Очередные соревнования и снова успех. Татьяна Юсова 1 августа приняла участие в чемпионате и первенстве Московской области среди юниоров и юниорок по легкой атлетике. Татьяна Юсова, 5 метров, 76 сантиметров. Сегодня пошел поддержать Татьяну. Буквально вчера мы собирались у Эдуарда Владимировича в кабинете. Он поздравлял нашу спортсменку с ее результатами. Уже после официальной части пообщались с Сергеем Валентиновичем Костенко, ее тренером. Он рассказал о том, что сегодня будут проходить соревнования. Ну и не мог, соответственно, пройти мимо, не приехав, не поддержав нашу спортсменку. Ну, видите, как итог, победа. На стадионе «Метеор» в Жуковском состязались сильнейшие спортсмены региона. Они боролись за победу в разных дисциплинах. В ходьбе на 5000 метров, в прыжках в высоту, длину, шестом, а также в забегах с препятствиями. И бег на 100, 110, 400, 1,5 километра и 3000 метров. Когда смотришь, как Татьяна выполняет свою программу, кажется, что она это делает непринужденно. Татьяна даже сегодня особо и не напрягалась, на самом деле, судя по ее такому игривому настроению. Но у них конец сезона, ее можно понять. В этом году Татьяна выиграла все, что можно. Мы, безусловно, следим за ее результатами. Ну и сделаем все возможное, чтобы Татьяна представляла достойно не только Раменский городской округ, но и Московскую область. Несмотря на победу, Татьяна отмечает, что сама себе поставила четверку. Показала сегодня не свой лучший результат, ну, так как уже устала от сезона и ушибла неделю назад буквально даже меньше пятку, немного побаливает, вот, но не скажу, что сильно мешает. Ну и немного не та атмосфера. Не успела восстановиться, не успела отдохнуть после спартакиады и сделала как заключительный старт. К сожалению, травмы в спортивной жизни случаются, и спортсмены все равно выступают. Ну, она сегодня выиграла, молодец. Подтвердила, что она сильнейшая в Московской области. Но мы только что приехали с финала спартакиады России среди учащихся, и где она выиграла с большим преимуществом, с результатом близким к результату мастера спорта. Но там она во второй день, у нее пятка отбила, поэтому у нее проблема была со здоровьем. Но вроде бы за несколько дней отдохнула, и сегодня попытались мы показать хороший результат, но немножко расстроился разбег. Это вид сложный технически, поэтому небольшие отклонения, и результат не смогла показать, который может показать. В этом сезоне это финальное выступление нашей легкоатлетки. Далее отпуск. Чемпионы тоже должны отдыхать. Месяц буду отдыхать без тренировок, без соревнований. И с сентября уже начну готовиться к зимнему сезону. На зимний сезон огромные планы. У нас на новый сезон, после сегодняшних успехов, на новый сезон большие планы. Я думаю, что она вполне возможно выполнит именно норматив мастер спорта и даже может дальше прыгнуть. Поэтому мы будем сейчас готовиться. Нам самое главное отдохнуть, чтобы не было никаких проблем со здоровьем. И в новом сезоне готовиться к новым результатам. Начиная с сентября у меня будут тренировки. У меня будет очень хороший подготовительный сезон. Очень много есть над чем работать. Будем трудиться. Надеюсь, что в зимнем сезоне покажу свои самые лучшие результаты. Елена Цыганова, Сергей Берков, Андрей Минкин. Раменское телевидение.